Всем привет-привет! Доброе утро, друзья! Вы на канале Дневник Натали. Сегодня у нас 20 ноября, 5 часов 40 минут утра. Мой любимый вкусненький кофе с маршмеллоу. Присоединяйтесь, кто со мной. Всем приятного аппетита! У нас все нормально. Свет, газ, вода, связь есть. Отопление потихонечку работает. Вчера у нас была одна воздушная тревога. Ее объявили в 8 часов вечера 4 минуты и отменили в 8 часов 56 минут. Ночь прошла тихо, спокойно, без воздушных тревог. Сейчас тоже все тихо, спокойно. Посмотрела погоду. У нас плюс 4 градуса тепла. Где-то в обед уже обещают дождь. Сейчас все нормально. Собираюсь поехать на маршрутке, посмотрим, что получится. Мне вчера настолько было приятно увидеть комментарий, который написала мне Мария Проц. Вам привет большой. Спасибо, что написали. Я вчера передавала видео привет Ирочке из Запорожья. Ее искала сестричка Оксана. Все хорошо. Мария их нашла, созвонилась. Мне так приятно, что я смогла хоть чем-то помочь. Крепенько всех обнимаю. Мне очень-очень приятно. Будьте всегда на связи, не теряйтесь. Я быстренько допиваю кофе и бегу на остановку. А с вами, конечно, я поделюсь вчерашним днем. Кому интересно, оставайтесь, смотрите. Да, я чуть не забыла. Елена, спасибо вам огромное. Елена с канала Орхифлора написала мне. Моя орхочка называется Афра. Вот такое красивое у нее название. Она правда и название подходит, и она красотка. Все. Всем спасибо большое. Приятного просмотра. Мама! Ой! Ой! Вас снимает скрытая камера. Всем привет-привет! Приходите на обед! Ух! Фикелюх, на обед? Всем привет! У нас вот такой обед. Тушеная капуста. И так сосисочки порезали туда. И все это разогрели в микроволновке. Присоединяйтесь, ребятки, на обед. Мы с вами давно не обедали. Да, все как-то ужины, ужины. Иногда завтраки. Капусточка, вкусняшечка. А тут из-за угла раз. Всем здравствуйте. Что-то она как-то сильно... Близко? Да, сильно близко поставила. Для дальтоников. Чтоб виднее было. Она мерзнет и начинает поближе ставить. Одеяло натягивать, плед. Всех, кто с нами кушает, всем приятного аппетита. Амала спрашивала, как я тушу капусту, хочет попробовать по нашему рецепту. Я найду, скину вам в комментарии. Мы одинаково тушим капусту, как и на рагу. Все, просто это просто капуста. Иногда такую же капусту мы добавляем жареную картофель, перемешиваем. Можно тоже так сосиски поджарить, туда мяско же перемешать или мясо. Но... Наташа, видите, нарезала сосисоны. Я вот глянул на эти сосисоны и сразу вспомнил анекдот. Рубрика «Анекдот в студию». Дистрофик приходит в магазин и до продавщицы. «Тетенька, отрежьте мне, пожалуйста, 100 грамм колбаски». Она так смотрит на него из-за прилавка. «Миленький, а как же ты ее донесешь?» Он: «Да качу как-нибудь». Ну вот
вот реально глянул на такой кусочек тоненькой колбаски, сразу вспомнил 100 грамм любительской колбасы. Вспомнил этот анекдот. А оно реально так было. Раньше же были батоны хорошие, вот это вот. И вот у 100 грамм приходишь колбасы, реально получается вот такой вот кружляк. И как раз покупали там, он выходил, не помню, что там, 13 копеек, что-то такое. Вот кусок хлеба, у тебя уже готовый бутерброд. А я тоже любила любительскую, только выковыривала из нее сало. Тренер не раскручивал. Я до сих пор выковыриваю. На этой катушке надо его чуть отпустить, видать. Телевизор у нас сам по себе включается. Ну, живет своей жизнью. Не, любительская. Вот жареная, очень вкусная. Обожаю жареную. Но сейчас вот как таковой нормальная любительская почему-то нет. Или сало уже не то. Или какие-то там, не знаю, соевые куски сала, да, задолаживают туда. Вот у меня там спрашивали, Наташа, покажи, как ты солишь сало. Ну вот, наше украинское вкуснющее сало. На рынке нет красивого. И дорогущее оно, такое, что прям, вот знаете, я люблю такое с прослойкой, и что пах дымком, на соломке подшмаленный, вот это, тогда аромат, и никакого копченого не нужно. Сейчас такого нет, сейчас какие-то свиньи, они не сальные. Ну, если вот раньше ты на рынок приходил, говоришь, сало есть, приходишь, там сало на 4 пальца вот такое вот, и прослоечка там все, то сейчас они последние годы старались выращивать именно вот мясных коров, ну, коров, говорю, мясных свиней. Который вот именно сала практически нет, чтобы был выход получше. Потому что все одно время хотели мясо. А сейчас вот кинулись, все вот сало надо. А нету свиней сальных. Что там того сала вот на брюхе, там на спине? Ну, они все спортивные, как говорится, поджарые. Поэтому сейчас реально хорошего сала, чтобы вот такой кусок найти сала, чтобы... С прослойкой, да, на... а уже не говорить о том, что оно пошмалено на соломе. Mm-hmm. Ну, вообще... Просто вот обожгут горелкой и все. Да. Опять же, вот насколько я не ем сало, я его терпеть ненавижу. И то вот как-то смотришь на это все как-то печальненько. За меня обидно, я же его ем. В Израиле были. Там продают сало. Украинское? Нет, местное я имею в виду. В основном в магазинах, да, вот такой толщины. Но продают его, во-первых, без шкурки, ее срезают. И, во-вторых, там сало, ну, есть его как таковое практически нереально. Ну, не тот вкус. Да, а когда его жаришь, чтобы вот пожарить на сковороде, сделать шкварку, к этому салу нужно еще доливать масло подсолнечное. Тогда оно нормально более-менее жарится. И мы там заказывали, нам привозили с Украины сало. Но сало привозили хорошее, именно вот с Харькова привозили сало, такое вот с прослоечкой, там все как полагается. Я даже хотел уже у него узнать, ну, еще контакты есть. Где он в Харькове сало брал, чтобы заказывать такое сало? Новой почтой в Запорожье, да? Запросто. А что, сало не испортится? Я сегодня первый раз ехала на маршрутке домой. Утром Артур меня отвез. У нас такой дождь был. Вообще, ливеняка. Если вот так ехать, маршрутки едут очень редко. Это промокнуть, это, я не знаю, и на работу опоздать 10 раз. А дождь был, да, дворники не успевали работать. Мы взяли с собой шекеля. Артур думал, ну, отвезет меня, и потом выгуляет его... Нет, шекель же не гуляет так с под сильным дождем. Ну, чтобы не выходить, не заходить, не одевать его, потом выходить обратно. Думал сразу выйти с машины. Какой там, мы еще в машине ждали, чтобы хоть чуть-чуть, ну так, притих, чтобы до дома дойти. И вышли мы на улицу уже аж в начале 11-го. Дождик прекратился. Ну, я тоже сегодня пошла на остановку. Прождала... Не знаю, минут 40.
Нет маршруток. Ну и что ждать? Еще пошла на другую остановку, я не знаю, несколько улиц вверх до проспекта, чтобы сесть на другой. Там, ну, говорят, там поживее вроде как ходят. Правда, пришла, уехала сразу. Но у меня 1,5 часа ушло на дорогу, чтобы доехать. Ну, как говорится, когда-то нужно начинать. Ага. Заканчивать работу в 2 и приезжать домой в 4. В Израиле из-за этого купили велосипед электрический, чтобы 1,5 часа на дорогу тратить, а не 2 часа в среднем. А теперь здесь. Да, но здесь из-за зимы, погода, да, из-за осени, из-за зимы уже не прокатаешься. Там минусовой температуры нет, и можно на электровелосипеде ездить. Ну, конечно, когда сильный дождь, я тоже ехала на автобусе. Это на тему маршрутных такси. Заговорились за маршрутки. И вспомнил анекдот. Рубрика «Анекдот в студию». 2 алкаша стоят на дороге. Ну, уже хорошо, поддатые такие. Все, и такси останавливают. Таксист подъезжает. Они: «Шеф, до аэропорта минут за 15 дамчишь?» «Ты не вопрос, дамчу». «Мчи». Вот так вот у нас такси мчат. Да. Людей нету, они мчат. А потом, когда люди собираются, блин, не могут в одну маршрутку все залезть. У нас же сократили трамваи, троллейбусы, экономят электричество. И сотрудница, она с другого берега, вот раньше, если она нормально там проезжала, могла сесть в троллейбус и приехать, то сейчас нет. Сегодня она говорит, вышла на остановку, троллейбус села, остановку проехали, все, отключение света. Ну да. Троллейбус не может ехать. Вышли из троллейбуса, все ждут маршрутку. Маршрутка одна полная проехала, вторая, третья проехала. Что делать? Вызвала такси, приехала на такси на работу. Подвезти не может. В общем, сэкономила. Сегодня отработала она на такси. Заплатила за такси. Поэтому... как-то так. Как Вика Гличанка говорит. Как-то так. Как-то так она говорит? Да. Ну, я же говорил, вот слова-паразиты есть. У каждого есть свое слово-паразит. И вот часто и густо, я жалю, у меня вот на рыбалке, я когда снимаю видео, у меня слово-паразит, как говорится, там, ну, такое вот. У Наташи, я уже не помню, у нее много. У меня все паразиты. Да, у нее много слов. Особенно ребятки, вот это вот. Ну, тут перечислять, если так брать. И поэтому... сейчас она сказала «как-то так». Я сразу Вику Гречанку вспомнил. «Как-то так». А ты сказал «ребятки». Так хочется сказать: «Ребята, давайте жить дружно». На этом завершаем запись в нашем дневничке. Мы продолжаем ужинать. Всем. Хотя говорила, что это обед. А, да. Он плавно перешел в ужин. Не, мы на ужин сделаем бутерброды, попьем чаек еще, потому что еще рано совсем. Еще кушать мы захотим. Я вот обожаю тушеную капусту. Ну вот не обожаю, терпеть ненавижу вот это выколупывать с нее черный перец. Она как насыпет туда жменю, понимаете? А именно в этой капусте черный перчик круглый, не этот самый, он очень хорошо подходит. Ну, просто хорошо. Я пробовала без него, просто поступала. Ну, видите, я выковыриваю. Кусай на зуб. А я уже... иногда как укусишь, чтобы... замечательно. Ладно, когда бывает душистый черный перец, да, горошком. Еще куда ни шло, раскусил, как бы он нормально. Но этот ядреный такой, его раскусишь, такой... хочется сразу запить чем-то таким. Ядрен батон, да? Да. Хлебушком закусывай. А я ж не бухнул, что хлебушком закусывать. Хотя никогда не понимал. Когда 50 грамм, ну, неважно, 150 там, когда водочки выпьют, многие закусывают хлебом. Они занюхивают. Многие закусывают, не занюхивают. И я в свое время тоже выпивал. И когда... пытаешься закусить хлебом, оно у тебя все ну, когда хорошо так
перехватывает дыхалку. И тебе сразу кусок хлеба, тогда он еще сухой, и не хватает, нужно чем-то либо запить, либо что-то съесть такое вот, ну, это сочное. Первые шаги попробовать алкоголь неудачные, да? Ну, такое было. А потом, знаете, как излечился? Женился. Ладно, ребятки. Вам показать фотографии. Вам показать фотографии, когда я на Наташе женился. С какой я был. А у нас они есть? Есть. Я был поджарый, спортивный юноша. А потом стал резко худющий. А потом как раз перло меня до 140 килограмм. Добрый стал, да? Мяукать начал. А сейчас 115. Надо еще хотя бы килограмм 8 сбросить. Ну, не зимой. Зимой не получится. Да, в данные холода не получится. Потому что когда замерзаешь, хочется жрать. Именно не есть, а жрать хочется. Калорийного хочется. Жирненького, сладкого, да? Соленого. Не, соленого нет. Именно хочется жирненького, сладкого, такого чего-нибудь. Блин, точно к весне будем опять колобочками. Что-то опять? Мы опять колобочками. Колобочком! Да. Я никогда не была колобочком. А как это колобочком? Что, он бочком идет, что ли? Нет, он... Ладно, друзья. Он крутится и подпрыгивает. Ну, это колобок мальчика, когда он катится и подпрыгивает. У нас сегодня прям анекдот за анекдотом. Ладно, друзья, то, что мы сейчас начинаем. Переворачиваем вместе с вами страничку. Конечно, в светлое и мирное будущее завтра. Всем пока-пока. Bye-bye.